Первой субботы декабря Лиза ждет с нетерпением. В Уссурийск приезжает мюзикл, который она мечтала увидеть давно. Постановки со спецэффектами, музыкой и танцами привлекли Лизу еще 8 лет назад. С тех пор она не пропустила ни одного концерта в нашем городе. И автографы, в частности, Светланы Светиковой, Александра Маракулина, Волкова и Ивлева Паша. Вот как раз тогда у него взяла имейл. Лиза знает про своих кумиров многое, часами собирает информацию в интернете и не упускает возможности познакомиться лично. Когда первый раз пришла на Ромео и Джульетта, и что не вышли, и, конечно, это было такое состояние, что вау. Лиза говорит, ей везет на встречи с кумирами. Ее всегда пускают за кулисы. Лишь однажды она вернулась со спектакля расстроенной. Не удалось пообщаться со знаменитостью. Но уже следующим утром она случайно увидела его на балконе гостиницы. Я поднимаю голову вверх, а на балконе стоит Ромео. Я подружка говорю, Даша, смотри, это что-то Ромео, вчера вот с ним ты хотела взять автограф, не получилось. Она сначала, да, это не он, может, ты посмотришь. И он стоял, курил, как бы он такой, да нет, это я. И вот взяла у него тогда автограф. С годами любовь к мюзиклам у Лизы только крепнет. Будущее ей видится на театральных подмостках. Она хочет быть актрисой или режиссером. Но родители все же надеются, что дочь выберет юрфак. Дважды в неделю по вечерам Лиза спешит в театр. Сегодня занятие начинается с разминки. Делать ее менее увлекательно, чем играть. Недавно у Лизы был первый спектакль. В прошлом сезоне, в конце мая, у нас был спектакль «Принцесса без горошины», в котором я принимала участие. Кого ты играешь? Принцесса Пайдана. Ну а пока Лиза считает часы до мюзикла в субботу. И если повезет, ее коллекция пополнится новыми автографами. Екатерина Гриб, Александр Анисимов, Телемикс.